Итак, всем привет, с вами ПЛ Первый, и это, кажется, интерлюдия компании, дополнительной компании Король Мертвых 3. Собственно, смотрим ее. Да, да, точно это. Что за черт? О, то, что поджидал. Подкрепление, блин. Мы рады, что вы с нами, Лорд Артас. Прекрати говорить ерунду, я снова взял в руки Фросмолежи для того, чтобы убить вашего барона. Да, мы знаем, мы тоже ненавидим его. В нашем полете должен быть Киото Зет или вы. А ему нравится прислуживать демону. И вы хотите моими руками убить его? Вы специально позволили мне найти Фросмор. Один вопрос, как он оказался в подземелье Кальтерака? Ведь никто, кроме меня, Нерзо, не может держать его в руках. Безболезненно. Все верно, но хоть и повелитель погиб, сила рунного клинка остается прежней. Она больше не захватывает чешуи. Но постепенно носитель начинает терять разум. Понятно. Мы мятежники, блядь. Мы не хотим, чтобы у нами управлял барон. Возглавь нас, Лорд Артас. Мы обещаем, что покинем эту землю, как только барон будет мертв. А разве вы не... Кеотуза считал это хорошей идеей. Понятно. А, черт, какая боль! Так ты и есть тот самый Артас. Жалкое зрелище. Посмотрим, что ты скажешь, когда я доберусь до тебя. Повелитель мой вернется, и пусть Фросмор оказался у тебя, долго ты продержаться с ним не сможешь. Ну что ж, это война, и я принимаю вызов. Вот, собственно говоря, это вот интерлюдия. Спасибо за просмотр, с вами был я, ПЛ Первый, всего хорошего, и пока-пока-пока.